Новый статус сотрудников нужен, чтобы повысить профессиональные требования к приставам и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий. Хотя круг задач остается прежним. Сегодня приходится работать в непростых условиях, но социальная дистанция не должна мешать поиску взаимопонимания и сотрудничества при решении совсем непростых проблем. Стал тяжелее взыскивать с должников с наших в связи с тем, что да, такое у нас, такая сейчас обстановка сложилась, в связи с тем, что многие люди потеряли работу, некоторые не могут устроиться на работу, да, долги чуть возросли. На начало года только по коммунальным платежам задолженность исчислялась сотнями миллионов и увеличилась к концу года. Хотя сейчас ситуация медленно выравнивается, но испытания еще далеко не все пройдены. Да и в самой службе идут кадровые изменения. Коллегам, скорее всего, пожелать терпения, чтобы не сдавались, продолжали выполнять свой служебный долг, свой служебный. Осуществление исполнительного производства по принудительному исполнению судебных актов – работа чаще всего долгая и кропотливая. Нередко приходится вести и розыск должника, его имущество, участвовать в исполнении решений комиссий по трудовым спорам. Всего не перечислишь. Но это не занимательные сюжеты для рассказов, это ежедневная рутинная работа. И чем точнее и эффективнее она выполняется, тем больше правопорядка в обществе. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый Мытищинский.